Альбом и фломастеры изрисовали. Что же нам еще делать? Эх, сейчас бы лето, в лагерь поехать. Там друзья, никаких родителей, солнышко, тепло. Согласна. Но подожди, зачем ждать лета? Пойдем. На территории сказочного подворья действует лагерь, который открыт для всех детей. Сегодня передача «Дети в городе» собирается веселиться! В сказочном лагере каждый сможет побывать в роли профессионального кулинара, приготовить вкусняшек вместе с шеф-поваром. Побывать в школе хороших манер и, возможно, встретить необычных персонажей. Ну а самое главное – познакомиться поближе с главными жителями подворья – лошадьми. Какие интересные мероприятия еще проходят на территории вашего лагеря? Детский весенне-летний лагерь на территории конно-спортивного клуба «Пассаж». Это возможность провести каникулы не только весело, но и очень интересно и увлекательно. В программу нашего лагеря включены очень интересные мастер-классы по молекулярной кухне, обучение нормам и правилам поведения на уроках хороших манер, очень интересные, яркие, запоминающиеся эксперименты на уроках веселой химии, ну и, конечно же, ежедневные занятия по верховой езде вместе с нашими опытными, квалифицированными тренерами. Поэтому, если вы любите лошадок, то вы обязательно должны посетить наш лагерь. Каждый вечер в нашем уютном домашнем кинотеатре вместе с детками мы будем смотреть очень интересные, увлекательные фильмы. Поэтому мы вас ждем, приезжайте, будет очень-очень интересно. Какая самая маленькая порода лошадей? Пишите свои ответы под видео в нашей группе. Насыщенный день получился. Столько позитивных эмоций. А какая красота! Угу, теперь-то мы точно знаем, куда нам отправляться, если на нас нападет тоска. С вами была передача «Дети в городе». Хорошего вам и вкусного настроения. Пока!